Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу еще об одном сайте для добычи биткоинов – MoonBitcoin. Сайт воистину замечательный. Чем он хорош, что здесь биткоины зарабатываются практически без вашего участия. Когда вы впервые попадаете на сайт по реферальной ссылке, вы должны здесь ввести в это окошечко, ввести свой биткоин-адрес. У меня компьютер уже запомнил его, поэтому я просто вот так вот ввожу. Если у вас этого нет, значит, вы зайдите в свой биткоин-кошелек, и там будет написан ваш биткоин-адрес. Копируйте четко, без лишних пробелов, все до единой цифры. Цифры-буквы. Значит, внимательно ввели и нажимаете кнопку «Sign in» – «Войти». Вот это ваша регистрация. Все очень просто. Значит, у меня уже программа работает, у вас будут нули, и ваша программа начнет работать. Вот она будет вам буквально через несколько секунд, будет добавлять, вот видите, уже 86, будет добавлять вам сатоши. Здесь вы смотрите, можете видеть, сколько у вас времени прошло. То есть с предыдущего вывода. Что мы здесь делаем? В принципе, мы просто наблюдаем. Программа работает даже при закрытом окне, при закрытом сайте. Вот давайте сейчас посмотрим. Вот у меня 88. Я закрою сайт. Некоторое время мы подождем. Потом мы откроем, посмотрим результат. У нас, помните, было 88 сатошей. Захожу на этот сайт снова. Вот видите, уже 90. То есть даже выключенный программа работает. Значит, вам только остается время от времени выводить свою накопленную эту денежку. Вот давайте посмотрим, как это сделать. У нас здесь есть кнопка Claim Now. Вывести сейчас. Мы нажимаем на эту кнопочку. И выходит у нас капча. Мы ее должны ввести. Здесь ни регистр не важен, ничего. Мы просто копируем буквы. Безразлично, маленькие или большие. Главное, на английском языке. Ввели капчу, нажимаем кнопку Submit. И вот у нас получилось. Значит, 95 сатоши. У нас ушло здесь, если вы переведете. Я обычно не перевожу. 95 сатоши и так понятно. Пошло на ваш микровалет аккаунт. А у меня здесь пошел новый отсчет. Вот оно пошло с последнего вывода. Пошло время. И вы можете посмотреть, за какое время у вас, сколько сатоши у вас набегает. Что дальше можно сделать? Что за микровалет кошелек? Это промежуточный кошелек, значит, здесь деньги идут не сразу вот сюда, на ваш биткоин-адрес, не сразу на ваш тот кошелек, а они идут на микровалют, микрокошелек, который как промежуточным звеном является. Мы заходим, вот посмотрите внимательно, вот здесь у нас, где написано, сколько сатош мы вывели, здесь у нас ссылочка такая, проверьте свой счет в микровалюте. Мы на эту ссылочку, если вы нажмете левой кнопкой мыши, вы просто закроете это окно. Ничего страшного, потом можете вернуться назад. Я обычно привыкла открывать в новом вкладке. Значит, правой кнопкой мыши нажимаю на эту ссылку и открыть ссылку в новой вкладке. И попадаем на микровалет кошелек. Я тоже здесь уже зарегистрирована, у меня уже стоит моя реферальная ссылка, биткоин-адрес. Вот здесь вот у вас должен стоять ваш биткоин-адрес. Если вы зашли первый раз, и у вас еще не было здесь биткоин-адреса, у вас вот здесь откроется окошечко, введите ваш биткоин-адрес. Вы туда вводите его и попадаете в свой аккаунт. То же самое, все очень просто. И вот посмотрим, значит, мы здесь переводили 95. Ну, тоже, да? Вот было. Так, и здесь мы можем посмотреть, вот вывод, вот посмотрите, вот с MoonBit он пришел, да, с сайта MoonBit.
Вот он наш Moonbit сайт. Значит, здесь у нас откуда, кто послал, да? Вот. Здесь время и дата, то есть 26 июля. Вот такое. А здесь мы можем посмотреть вывод. Вывод уже, который прошел на биткоин-адрес, уже именно на ваш биткоин-кошелек. На биткоин-кошелек попадают деньги, когда они достигают какого-то минимума. Вот видите, у меня там 9 тысяч сатоши перешло. Тут 9 тысяч, тут 14 тысяч. Значит, существует такое понятие, как лимит вывода. Вот 5825 биткоинов лимит. Значит, когда у меня накапливается здесь сумма, вот сумма на нашем балансе, накапливается вот такая 5800 с чем-то, значит, тогда он ставится на вывод, в ожидание. И вот посмотрите у меня, значит, вот лимит у меня уже превышен, и вот 6190 будут выведены в течение 24 часов. Они попадут на мой биткоин кошелек. Это уже будет автоматически. Отсюда уже ничего не надо делать. Вот такой вот микрокошелек. И здесь каждый свой вывод вы можете посмотреть. У вас, во-первых, предыдущее стоит. Пройдя по этой ссылочке, вы можете посмотреть, перечислить вам денежки или нет. Но срывов не было никогда. Еще раз повторю, что эта программа работает, даже если вы выключите компьютер. Она все равно у вас будет накапливать эти сатоши. Вот. А утром встанете, у вас уже кругленькая сумма. Так. Вот такое замечательное, такой замечательный сайт для заработка биткоинов. Вот. Я желаю вам больших успехов. Регистрируйтесь, зарабатывайте. Всего вам хорошего. С вами была Демакова Алевтина.